Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы начинаем церемонию торжественного открытия турнира, посвященного памяти бывшего руководителя Запорожского завода «Ферослава», академика Академии инженерных наук Украины, лауреата Государственной премии Украины, мецената баскетбола Вячеслава Алексеевича Гаврилова. Приветствую наших гостей. Баскетбольный клуб «Золотой век» город Кировска. Кривий, город Кривичук. Полесецкий, Харьков. И замыкаю все участники турнира. Thank you.
Команда привлечена к